Такие маршрутки появились в Донецком автопарке месяц назад. Внешние автобусы ничем не отличаются от прежних, но атмосферу они практически не загрязняют, уверяет Дмитрий Юрков. Новые автобусы, они идут все Евро-3. То есть у нас они практически все турбированы, и у них стоят еще и катализаторы, установленные на глушителях. То есть практически выбросы вредных веществ приводятся к минимуму. То есть это самые экологически чистые автобусы, которые можно данного класса приобрести. Для водителей основным преимуществом новых автобусов стала не их экологичность. Маршрутки оснащены особой тормозной системой. В случае поломки автобус автоматически останавливается. Ты уверен, просто в машине уверен, в себе уверен, за людей спокоен, что нигде никуда не влетим. Тормоза лучше и в управлении это лучше. Так, в принципе, намного лучше, конечно, чем старые машины. Благодаря такому транспорту воздух в Донецке станет чище, уверен эколог Константин Светов. По его словам, выхлопные газы – это один из основных источников загрязнения воздуха. Это серьезная проблема для городов Донбасса. У нас большинство перевозок осуществляется автотранспортом, поэтому любые мероприятия по внедрению экологически чистого автотранспорта, электрического, это, скажем так, позволит довольно значительно улучшить качество атмосферного воздуха. Новый транспорт появился на 5 городских маршрутах. Еще 20 таких же автобусов пополнит Донецкий автопарк через месяц, обещают перевозчики. Ольга Сапронова, Роман Фролов, «Панорама».